субботу орловчан приглашают стать участниками книжно-яблочных чтений. Их посвятят писателю, классику Ивану Алексеевичу Бунину. Нобелевскую премию писатель получил за роман «Жизнь Арсеньева», в котором наш город является местом действия. Пройти бунинским маршрутом жителям и гостям предлагают с книгой и яблоками, что также символично известному произведению писателя «Антоновские яблоки». Гидами для орловчан станут члены общественного проекта «Экскурсии по Орлу». Всех желающих ждут 20 августа в сквере библиотеки имени Бунина в 16 часов.